Друзья, всем привет! С вами я, Давид, вы на моем канале Храбрая Жизнь. Друзья, хочу показать голубей, линоканцев. Вот. Хочу показать, скоро у меня эти гнезда заберут, и этот отсек мне нужен, я хочу освободить. И в связи с этим хочу этот отсек освободить. Вот. Кому интересна эта птица, можете приобрести. Позвоните. Номер оставлю в описаниях, в комментариях. Вот. Позвоните, договоримся, думаю. Вот эти голуби. Отсюда штучек 10 себе оставлю. Так. Все остальное уже могу продать, в принципе. Я даже еще не знаю, каких себе оставлю. Ну, так примерно. Каких прямо совсем... Совсем не хочется убрать. Потому что у меня еще те отсеки полные. Вот. Кстати, друзья, вот не знаю, я показывал, не показывал. Вот такую можно эту сделать. Удобно зерно хранить. Вот. Все забываю показывать. Из поддонов на быструю руку сделали. Прикольно. Вот, друзья, вот, короче говоря, хочу себе вот этот отсек оставить. Вот. Ну, здесь у меня штучек 5-6 есть. Так, вот этот отсек хочу себе оставить. Вот, ну, хочу здесь по отсекам разбить. И я так понимаю, мне тот отсек надо будет. Вот этот отсек хочу себе оставить. Вот. И вот здесь очень много у меня. Вот надо их тоже. Ну, отсюда тоже можно будет штучек 10, так чтобы место у них было, а то скоро весна, и мне места не будет просто им плодиться. Я вот решил, короче, чуть-чуть поделиться. Штучек 20 попродавать. Номер оставлю, звоните, пообщаемся. Он красавец, смотрите. Красавец еще тот. Ну как вам, птица? Скоро, совсем скоро весна, друзья. Начнем гонять. Вон они. Красавцы. Thank you.
друзья, да, чтобы вопросов много не было разных. Голуби бойные и все с боем. Все голуби. Как вам сказать? Хорошие, одним словом. Не болеют. Игра у них у всех присутствует. Это маточник, который мы отбирали для себя и птенцов получали, мне хватит. Это маточник. Им по 4 годика, по 5, по 3. То есть можно взять птенцов с них смело. Все плодятся хорошо. Видеоролики, скорее всего, прикреплю, как они играют, как у них бой, лед. Они уже засиженные, правда. Не всегда могут бой показать прямо в вольере, но иногда бывает. Но они у меня основное вот на улице бьют. Ну, это маточник, друзья. Сразу вам скажу, птенцы все разобрали. Кто-то доволен, кто-то, скорее всего, нет. Но я пока таких не знаю, чтобы птенцов брали и писали, что плохо. Если кто-то брал у меня птенцы плохие, можете... Пойдем, что ты пугаешь? Ну, короче говоря, друзья, птенцы все хорошие. Еще никто мне не писал. Можете, если кому-то не нравится, может в комментариях писать, кто у меня брал. Что не нравится, боя нет, там еще что-то. То есть я не боюсь этого, потому что я знаю эту птицу. Я сам птенцов гонял. Они все бьют. Мне нравится. Все, пойдем. Она их, кстати, не...